Привет всем, кто сейчас на моем канале. С вами Лара Крофт, и что сейчас я собираюсь сделать, думаю, уже все догадались. Передо мной крепость Юмы. Напомню, что в прошлый раз эту самую Юму мы с вами убили. Теперь осталось захватить ее крепость. Я вот думаю, как бы так повыше забраться, чтобы была возможность обзора. А также... О, начинается. А также была возможность пострелять из снайперской винтовочки. Не хочется, чтобы вызывали подкрепление. О, может быть, как-то вот отсюда. Ну, давайте посмотрим, кто тут есть. Так. Снайпер светит вроде как вот с этой избушки. Еще больше никого не могу увидеть. Не уверена, тут предостаточно врагов. Достаточно вспомнить крепость Пола Деплёра и крепость Нур. Ну, крепость Нур, я считаю, была сложнее. Еще один ходит. Опа-на! Так. Ну, стрелка сразу будем убирать. А главное, чтобы никто не заметил. Так. Не знаю, куда там он упал. Заметят ли или не заметят. Но надо с чего-то начинать. И я думаю, что это неплохой старт. Главное, мне не съехать отсюда. Здесь такое неплохое местечко, на самом деле. Ну, а также напомню, что у нас с вами неплохое оружие. В принципе. Так что даже если что-то случится, у нас есть циркулярная пила. Довольно мощное оружие, я его уже опробовала, оно мне очень понравилось. Достойная замена перфоратору, как по мне. Так, ну наверху кто-то еще есть. Просто сейчас начну стрелять понизу, паника пойдет. Собачка вот эта вот какая-то, мне не нравится она. Блин, что в собаку попасть с ним? Это уже не смешно. Однако. Да, что-то... Ну... Вот так тебе. Собака, собака, где это? Наконец-то собаку я вымочила. Так, потери, да, у вас потери однозначные. Гейл, Гейл, конечно, кто еще может тут творить чудеса? Только Гейл. Навыки нам все дают, дают. Это хорошо, конечно. Ну? Я жду появления. Так, вот это, вот сигналочка. Вот сигналочка. Пока две насчитала. Кто это говорит? Кто вещает? Но они могут быть в этих будках. Так. Что я, собственно, могу сделать? Поменять позицию? Попробовать. Может быть, это мне чем-то поможет. Есть еще кусты. Кусты — это хорошо. Главное, не спалиться. Не свалиться, я бы даже так сказала. Так, ну, я жду. Они прекратили поиск, ну где они, где? Мне интересны их позиции. Значит, надо менять мне позицию однозначно, потому что отсюда ничего не видно.
Да, кажется, я только ухудшила свое положение. Ну да ладно. Это еще не конец. Так, ребят, ну правда, где вы? Не хочется спускаться, я заняла неплохую позицию. Орел, еще тебя не хватает. Иди отсюда. Не, ну где они сидят-то? Попрятались, да? Спугались и попрятались. Так, ну. Не хочется мне спускаться, хотя я уже предчувствую, что, наверное, мне придется. Но там же стены, за стенами все не видно. Ребята, где вы? Может, я кого-то пропустила? Все может быть. Не хочется шум тут устраивать. Можно шума наделать. Вытравить их, так сказать. Но у меня нету. А, я могу сделать? Ух ты. Ну и чё? Мне это чем-то помогло? Ага, 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 смотрите. Я вижу уже тяжеловесика и еще одного товарища. Ну, нормально. В общем, двое. Еще двое. Ой, это слоны. Птички какие-то невелички. Так, ну, чего? Неплохо. Попробовали. Зато как работает этот инъектор. И они остались отмечены. Вообще замечательно. Как до них добрался. Вот этот за стеной стоит. Его можно хлопнуть. Они хитрые, вдоль стены ходят. Самое безопасное место выбрали. Но ничего, я до них доберусь. Все равно доберусь до них. Так. Еще повыше. В принципе, я достану. Надеюсь, они вепри. Нет, это свинки просто. Просто свинки это хорошо. Но то, что я уже так высоко, это плохо. На самом деле. Вид не открывается. Ай, блин, все равно. Ну что, обходить. Оббегать, так сказать. Ну что, это, кстати, вариант. Ух ты ж, блин. Мы с вами уже попали в самый север. А ну на карте сейчас посмотрим. Ну да, вон они, горы помечены. Ну ничего, мы выберем сейчас более удобную позицию и наконец-то сделаем это. Придется потратить немножко больше времени. Можно было, собственно, вломиться так, расстрелять. Что там уже, их двое осталось. Проблемы, что ли, с нашим-то оружием. Это уже не особая проблема. Опять этот... Убить его ни разу не пробовала, но я думаю, это будет непросто, потому что... Ой, ну отлично, с одного выстрела можно медоеда убить.
принципе, мне нравится оружие, которым я сейчас владею, так сказать. Менять ничего бы я, наверное, не хотела. Хотя, в принципе, еще в магазине достаточно хорошего оружия. Так, есть. Вот этот. А его не пробьешь, что ли? Вообще никак. Зараза, заметил еще меня. Как они такие какие-то зрячие, вам не кажется? Ну, заметил, заметил, фиг с тобой, тут 11. О, нет. Скотина. Ну, вызывай подкрепление, мне-то шо, ой, проблема. Тоже мне. Крутой, типа. Ну да фиг с тобой. Будем через 30 секунд. Ох ты ж, какие все быстрые. Заходим с воздуха. Чего? С воздуха они, блин, заходят, да? Не, вы... Это уже интересно. Давай, где ты? Блин, я промахнулась, однако. Вы это видели? Заходим с воздуха. Еще? Ребятки, сколько можно? Серьезно. Ну вы же видите, что у меня превосходство. Так, где они? Пусть заходят. Пусть, пусть, пусть. Не вопрос. Заходим с воздуха. Еще? Да сколько ж можно? Нет, промахнулась. Неужели промахнулась? О, как я могла? Давай, Джай, давай, Джай. Есть. Ха-ха-ха. Ну и шо, чувак? Шо, шо, шо? Считаю, ну, пришлось чуть-чуть повоевать больше. Ну, не проблема. Зато крепость наша теперь. Зачем мне открывать карту мира? А ну то, что там у нас теперь новые задания, это да, это я знаю. Да, вот так. Можно было сразу шарахнуть ее гранатометом в того чувака, огнеметчика. Может быть, он бы нас и не заметил. Ну, просто я даже не думала, что он заметит, правда. Слишком зрячий попался. Ну да ладно. Главное, результат. Так, а где, собственно, магазин? Ладно. Там кому помощь нужна? Око за око?
Местных жителей заставляли работать на шахте на востоке отсюда. Когда золотая жила иссякла, солдаты расстреляли шахтеров. Однако один человек выжил после казни и теперь жаждет мести. Убить командира, воспользоваться перечатка, сделать фотографию, сказать, что дело сделано. Они берут новых рабов каждый день. Опыт, в принципе, неплохо. Денег у меня, в принципе, достаточно. Даже не знаю. Так, ну, задание мы выполнили. Крепость наша теперь.